Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», третий том, вопрос 918. Скажите, в чем, по-вашему, смысл жизни? Может ли быть у каждого человека свое назначение, свой смысл жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда я прочитал в «Отверженных» Виктора Гюго такое слово «спасти не жизнь свою, но душу», для меня это послужило отправной точкой поиска того, как это сделать. И Бог привел меня к Библии, чудному светильнику жизни. А далее я получил ответ на все свои вопросы и искания. А теперь излагаю по частям, согласно вопросам в своих книгах. И особенно в нашей книге «К истинному православию». Там все сказано, как достичь этого. И цель жизни у всех одна – спасти свою бессмертную душу и в вечности быть со Христом в раю. А для этого необходимо родиться свыше, быть под водительством Духа Святого и с любовью исполнять все заповеди Христовы. Не отправляй минуту успокоения болезненным предчувствием утрат, таинственное небес определение, но их закон ненарушимо свят. И если бы от самой колыбели страдание досталось тебе, как человек, своей высокой цели, не забывай мучительной борьбе. 1849 год, И.С. Никитин.